преимущество в весе, в ударной мощи, скорости. Здесь, безусловно, стоит параллели провести. А если у Александра, который последний раз совсем не вышел, но при этом не совсем. Вот он, тяжелый. Джек Монсон против Александра Емельяненко. Плюс мы помним, как просаживается на этот рост, потому что сила физическая совершенно сумасшедшая, опять-таки не пробитый, но при этом нокаутировать в числе не сумасшедшая. Напишет из меня много. Сможет Александр нокаутировать, вряд ли. Монсона, это будет, знаете, событие прямо с ним. Ну, что-то, да, такое, отвлекающее, попыткой пройти в ноги. Вот, да, вот. Вот. У Александра есть перед вами пример брата. Бой выигрывать по очкам. Да, молодец! Да! И все, вот он натыкается фактически на руку. Попой пытается всячески пройти в ноги. Что меня удивляет, Джесси, что он за столько лет, будучи великолепным грэпплером, не научился проходить ноги как-то очень так. Как это на скорости войти, обхватив обе ноги, поднять соперника, бросить его. Почему нельзя вот сейчас и подал? Но есть подклад. Тем не менее, возможно, все-таки серьезный в молодости база проход в ноги, но есть проход в ноги. Он может сейчас почувствовать уверенность какой-то в факторе, но это может закончиться очень. Вот сейчас Джефф уже удалось то, что ему с Федором не удалось. Позицию сверху. Да, да. И здесь уже возможны варианты. И спокойно подбирает. Пока Саша, только сказал, что уверенно защищается. Как Монсон оказывается сбоку. Будет заходить, видимо, на север-юг, в позицию север-юг, да. И он уже ложил приклад был. Сергей. Монсон бьет. Сейчас еще раз. Вставай. Интересно, давай подпрыгнул. Ногу пытается сейчас здесь пойти. Раз. Тёма тоже проходил пятку. Не больше, наверное, с целью контроля, наверное. Сейчас зайдет на грудь Джефф, я понимаю. Но, к сожалению, произошло то, чего стоило Александру более всего опасаться. Перевод в партер. Это логично. Да. Это то, чего стоило, что то, что было понятно, что он будет. Здесь времени, наверное, хватит. Наверное, хватит Александру для того, чтобы остановиться. 8 секунд дотерпит, конечно. Да, в этом раунде нужно быть очень-очень аккуратно. Ну да, улечься под довольно простой. Возвращаясь к этой поединке, имеется в виду не то, как этот бой решили, чтобы он состоял, просто организатор. Примерно Монсон делает то, что это и ожидали. От Александра ожидали передвижения по рингу. И сейчас за счет роста, за счет длины рук Монсон не просто не мог подойти. Он мог пытался и носом. На выставленный кулак. Сверху. Да. Причем как Монсон уже оказался почти в позиции. Еще вернет. Наверное, мало что такое. Позиция. Ну, Саша, кстати, отборолся без какой-либо. Потом дал соперник работать. Да? Перемещался, уже оказался в позиции Северюка за душой. Начинается работа ногами, обратите внимание. Да. Контроль. Александр, да, надо всех обстукивать. Однако. Да, уже, ну, контроль, конечно, да, великолепный. Уже, есть пара-тройки довольно неприятных попаданий. По Александру держаться, конечно, держаться. Да, сейчас она ногу попробует. Но вот это лишний раз показать контроль. И Монсон опять позиция. То есть, безусловно, проигрывал. Меня удивляет свою последовательность, настолько методично все делает. У меня есть план в голове, он следует. А куда торопиться? Задача, у них главная задача на бой, по-моему, единственная. Бой может закончиться. Все, значит, классический прием Джеффа прошел. Вот это да, к сожалению. Главная задача, Григорий, сейчас, наверное, надо это перевести бой в парк. Дальше уже будем разбираться. Yeah. Кормье. Как Брэк Монсон надо работать. Там изобретает велосипед. Мы еще раз увидели, что Джефф Монсон по-прежнему очень гордится. Джефф Монсон! Досрочная победа Джеффа Монсона. Поздравим Джеффа, Александру пожелаем. Джефф Монсон! Награда вручает президент Ювелирного дома «Пассаж» Сергей Бильник.
Да. То, что очень большая страница перевернута, и, когда слушали интервью, все тогда. Хорошо, что вот эти кадры будут и общедоступны. 8 декабря в Московской области, в городе Москве. И не думаю, что там это будет состояться. Там будут другие интересные бои. Гарнер, Гурам. Соответственно, Нарин проиграл. Но, с другой стороны, проиграл Монсона борьбой. Ворота, да, незазорно, в конце концов. И как завершилась такая завершающая краска турнира, в принципе, ее наблюдал. Турнир ему один человек 35, с учетом 15-летия развития ММА в России. Подходит, комментирует данное событие Александр Григорьев-Белоровский и Дмитрий Добрый.